Человек-легенда, участник Великой Отечественной войны, уроженец первого русского города Заполярья Петр Спирихин отмечает сегодня 95-летие. Поздравить юбиляра приехали руководители органов власти округа города Заполярного района, Совета ветеранов. Письмо с поздравлениями Петру Спирихину направил и президент России Владимир Путин. Долгое время Петр Михайлович работал директором и преподавателем истории в Великовисточной и средней школе. И до сих пор его ученики, которые уже тоже пенсионеры, каждый год поздравляют ветерана с днем рождения. И память он оставил в наших сердцах очень хорошую. Во-первых, трудолюбие. Это все заложено было со школы. Все лучшие качества учеников. Петр Михайлович отметил, что сейчас важно воспитывать у молодежи дух патриотизма. Она должна работать на благо Родины, возвращаться в округ. Несмотря на солидный возраст, Петр Михайлович не отстает от современной жизни и очень внимательно следит за политической и экономической ситуацией в регионе, в стране и даже в мире.